Вышло новое задание сезона. Получите следующую задачу в любой шпионской команде. Погнали выполнять! Рекомендую лететь на центральную точку, так как с нее самое ближайшее добираться до точки на юго-востоке. Это нижний правый угол. О, великий экспериментатор, почему ты ничего не сделал с бурами, которые тут повсюду? Эти буры слишком малы, чтобы вызвать наши сейсмические осложнения. Но сейчас сейсмическая ситуация стала еще хуже. Поэтому тебе нужно уничтожить их ради безопасности острова. Дальше нам открывается второй этап задания. Разместите взрывчатку рядом с огромными бурами. Ядерный плазменный двигатель. На дворе что, 1982? Как я уже и говорил, отсюда прыгайте на заправку, на ней по-любому будет машина, и добирайтесь до юго-восточной точки. Надеется, остров стабилизируется. А до тех пор лучше ничего не трогать. Ничего не бурить, не копать, не сажать цветы и, пожалуйста, никакого мусора. Не забывайте, уже 5 марта состоится 12-часовой стрим по Fortnite, на котором я подарю 10 скинов. Вводите тег автора Radiant Osiris, если вам нравится мой контент. Всем удачи по жизни!